Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя тема видео – как сделать все хорошо. Обратите внимание, сейчас у нас стеночка, которая была сделана неправильно. Сейчас мы переделываем всю электрику, и взаимодействие мебельщиков и строителей, оно очень важно. То есть для того, чтобы сделать нормальный проект электрики, нам нужно согласовать это все было с непосредственно мебельщиками. И теперь посмотрите, к чему приводит неправильная технология производства работ. То есть, и вот, опять же, как сделать хорошо? Теперь надо разрушить что-то, перекинуть все провода местами, сделать вот это, и потом заново все это собрать. Конечно же, ну, опять же, для тех, кто смотрит нас первый раз, мы пришли переделывать за другими строителями. Строители в кавычках, наверное. Потому что был черновой ремонт, но как только мы зашли, оказывается, тут, чтобы сделать еще все правильно, нужно было вызвать мебельщиков, потолочников, освещение, теплые полы. То есть где-то сделаны, где-то не сделаны, разные уровни плитки, разные уровни всего. И нам приходится теперь импровизировать. И вот результаты нашей импровизации, обратите внимание, уже двигаются. Что в принципе, ну по крайней мере, не знаю как заказчика, меня радует. Потому что когда мы сюда зашли, я даже честно говоря не знал за что хвататься и с чего начинать. Так, у нас сейчас уже положено немного плитки. Можно немного увидеть. Я сейчас как раз лазил тут с правилом для того, чтобы понять все наши плюсы, минусы, косяки, чтобы мы не были точно такими же строителями, как предыдущие. У нас есть красивая плиточка с рисунком, где можно развернуть и добиться. Да, и добиться, вон она одна осталась как раз. Ну куда ты одну плитку денешь? Никуда. Поэтому давай уже эту тоже снимем, заменим ее на вот такую же синенькую, но вот с таким темным рисунком. Ага. И все получится у нас четенько, пока есть возможность. Так, у нас что, вывоз мусора, да, на подходе. Давай я... Ух, сколько у нас всего интересного здесь. А представьте, если на 20 квадратных метрах все вот это. Да, кстати, радиаторы пришли сегодня будет доставка. Так, все, Володь, можешь начинать шуметь, пока есть возможность. Друзья, остались вопросы, звоните, пишите, я вам расскажу, что сколько стоит. Ну и в ближайшее время, в принципе, будет новое видео о ценах на 2022 год. Уже подходит, потому что новые наши расценки, они уже потихонечку нас настигают. Так что, друзья, с вами прощаюсь я. Всего доброго, пока-пока.